Тюменском государственном институте культуры в читальном зале открылась новая выставка, посвященная Дню Победы. Битва за Берлин. А как все начиналось? Самое значительное сражение, битва за Берлин, признано всеми. Оно было самое грандиозное. Берлинская стратегическая операция планировалась и была выполнена блестяще. Так признал даже немецкий генералитет. В первой части у нас представлены книги, которые говорили о ходе войны. Это и Сталинград, это и Ленинградская блокада, это и Курская дуга. И, конечно, голос Левитана, его мы видим сейчас говорящим. Его ждали все. Левитан, и это было понятно. Где мы, как мы и что еще ждать? Берлинская операция планировалась нашим генералитетом с 16 по... Сама непосредственная операция с 16 апреля 1945 года. Здесь были задействованы три фронта. Когда первый белорусский фронт, командующим был Жуков, первый украинский фронт Иван Конев и второй белорусский фронт, командующий Константин Рокоссовский. Вот эти три маршала, они сделали все для того, чтобы война была окончена. Мы видим карту Берлинской операции. Здесь было несколько вариантов, но один из них – мы должны были начать наступление с юга, запада, с востока и двигаться на запад. Это было сделано. Мы расчленили немецкую группировку группы армии «Центр». Таким образом, немцы не могли соединиться со своей северной группировкой. И это было жестко, четко и по-военному выполнено в те сроки, которые мы определяли для себя. Когда началась битва за Берлин, было очень много стянуто войск с той и с другой стороны. 3,5 миллиона с нашей и с немецкой стороны было на этих фронтах. Конечно, были и другие. Это были и союзники, это были союзники Гитлера, те, которые воевали против нас. Большое скопление людской силы, артиллерии, танков, авиации и так далее. Штурм Берлина начался 30 апреля. И здесь проявили себя 150-я стрелковая и 151-я стрелковая дивизии 1-го Белорусского фронта. Им была поставлена задача овладеть Рейхстагом. Рейхстаг – это было небольшое здание, которое не всегда было видно, и наши в бинокль сначала не понимали, где Рейхстаг. Плана не было города. Но потом по определенным очертаниям и куполу стало понятно, куда нужно бежать, куда нужно идти, и что нужно делать солдату. Рейхстаг брали очень сложно. Первый, второй, третий этаж 30-го были заняты несколько комнат первого этажа. Затем с трудом попали на второй, третий. И здесь было принято решение водрузить Знамя Победы. Знамя было номер 5, его выбрали уже давно. Знамя 150-й стрелковой дивизии. Его потом вечером 30-го и утром 1-го закончили эту операцию. Водрузили знамя Мелитон Кантария, Михаил Егоров, лейтенант Берест, который был постоянно с ними. И Жукову докладывают, 30 апреля вечером знамя водружено на куполе Рейхстага. Но сначала оно было на фронтонной группе, конной группе. Затем 2 числа оно уже, знамя было перенесено в то место, где оно постоянно потом находилось, и фотокорреспондент зафиксировал это на пленку. 30
апреля Гитлер кончает жизнь самоубийством. Один из генералов немецкой группировки, генерал Крепс, находится у Чайкова. Находится у Чайкова с предложением о перемирии. Но Сталин отклоняет перемирие, только полная и безоговорочная капитуляция. И незадолго до своей кончины Гитлер, назначивший Венка, Вендлинга, руководителем немецкого гарнизона, Вендлик принимает решение 2 мая о безоговорочной капитуляции немецкой группировки войск в городе Берлине. Таким образом, мы видим конец немецкого рейха. Но бои еще будут. Бои еще будут, и будут Прага, будет немецкое окружение, которое оставалось на севере. Здесь, на этих страницах, мы видим кадры из кинофильмов «Падение Берлина», Борис Андреев. Мы видим картину «Взятие Рейхстага». Мы видим медаль за оборону Берлина. И песни, наши прекрасные песни. Песни Александрова «Священная война», «Дороги на Берлин». И песня «Еду мы из Берлина». Наши очаровательные киноактеры, которые играли в военных фильмах. И один очень интересный момент, когда Борис Александров дирижирует перед многочисленной публикой у поверженного Рейхстага песнями русских солдат. Мы видим после войны поставленный в 1946-1949 году памятник русскому солдату в Трептов-парке. Солдат с девочкой на руках. Последняя страничка, она посвящена нашей Тюмени. Это книги о солдатах, книги о памятниках, памятник Распопова. Затем книга о нашем легендарном Кузнецове, герое войны, разведчики. И очень интересная книга «Тюменские дивизии военного призыва 41-45 года». «Солдатские будни строги и упрямы, жестоки дороги войны. И видел боец, как запекшейся раной стояли часы тишины. Внезапно, как будто земля разверзалась, гремел минометный снаряд. Укусами смерти в солдата вгрызались осколки колючих гранат. Всю вынес солдат, и сквозь боль, и сквозь беды своей, сквозь беды страны дошел, дошагал до конца, до победы суровой траншеей войны».